Дорогие катакомбные историки, 21 мая в 19:30 в знакомом вам открытом клубе на Спиридоновке 9/2, вход со двора, состоится последняя в этом сезоне моя историческая лекция. Летом они лекции не устраивают. Мы уже так тихо доехали до Ивана Грозного, то есть будет очень интересно. И фильм у нас на эту тему обалденный, и главное, что запрещенный, эксклюзивный, из закромов «Газпрома», который не поделил его с покойным НТВ. В общем, телефон для связи с координатором Катей, чтобы вам прикатили какой-нибудь кубик, потому что стулья всегда не хватает. 8-926-539-1881. Мы уже дошли до первой модернизации в истории России и до очень крупной развилки, когда страна окончательно пошла никуда, ко всем чертям, и когда провалилась первая модернизация, которая была сильно похожа на нашу последнюю. По крайней мере, Гайдар и Чубайс, они в интерпретации XVI века назывались Сильвестр и Адашев, и им тоже очень сильно не повезло. Так что подтягивайтесь, ваш ориентир – это еврейский банк с минорой, вход в клуб со двора. Тот, кто хочет что-то сделать для России, должен, по крайней мере, знать ее историю и знать, когда и где мы провалились, свернули с правильного пути, пошли по третьим тропкам, свернули с автобана, и вот почему нас все сейчас обгоняют, сверкая лакированными машинами, а мы глотаем пыль, сидя в кустах и глядя на все это чужое великолепие.